ребята! Привет! Представляете, нам Z-Box опять прислал подарок. Это, наверное, за то, что мы хорошо учились. Да. Не знаю, хорошо или нет, мы посмотрим в конце четверти, но подарочки есть. И посмотрите, они у всех разные. У нас с единорожками. У меня тоже. Unicorn-бокс. Да, девочки с единорожками. Гаджет-бокс. Гаджет-бокс. А у меня микс-бокс. Кто будет первый распаковывать? Давайте я. Нет, я. Хорошо, ну, ладно, Галиночка будет первой. Это я третья буду. Интересно, что там будет? Давай, вот за ленточку. Вот здесь. Так, я тебе чуть-чуть буду помогать. Рвите, рвите, прям пух, пух. Надо не забыть, а то я в прошлый раз забыла, надо стереть, да? Давай, да, Данилочка. Да, давайте. Тыш, 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 тыш. Опа-на. Скидка. Скидка 25%. Ух ты, Даниэль, можно будет заказать тебе со скидкой. Ребята, Z-боксы, у них много всяких акций, у них есть скидки, у них есть очень интересные подарки за разную цену. Вы посмотрите, пожалуйста, их на сайте, у нас будет ссылочка в конце, в описании. Ну что, разрываем? Да. Yeah. Давай, давай. Давай. Вот так хорошо запаковывают. Ну хорошо, но чтобы ничего не разбилось, правильно ли? Да. Ого, Даниэлька, ну ты силач. А помню, самое сложное было вот именно вот здесь распаковать. Так, вот, вот, да, наклеечка. Вот. А монеточка у тебя? Давай попробуем монеточкой. А, да, как в прошлый раз. Да, в прошлый раз было очень тяжело мне. По крайней мере, силы меня не хватает всегда. Надо ножнички, наверное. Ну, бокс, мне кажется, правильно все равно делает. Конечно, правильно, потому что, чтобы не потерялось ничего. Ну что, готовы? Раз, два, три. Давай. Три дачи. Ну, доставай, доставай, доставай. Так, что это? Я не знаю. Это, наверное, колонка, да? Да, наверное. Это какая-то необычная. Нет. Здесь еще, по-моему, что-то в колонку. Да, смотрите. Там еще какая-то камера. Здесь и радио нарисовано, и флешка, и USB-входы, и даже телефончик. Да. Ребята, мы потом разберемся и вам покажем. Я не знаю, как. Давай колонка. Это может 3D-шлем. Это виртуальная реальность. Да, виртуальные очки. А может это и шлем. Это очки виртуальной реальности. Да. Раскроем? Да, да, давайте, да, давайте. Да. Давайте. Круто. Так. Тоже хорошо. Ну, Даниэлька, тебе повезло. Упаковано, да. Все, да. Вау, ой, круто. Вот так, прикольно. Чтобы не разбилось, все хорошо упаковано очень. Вау. Так, давайте так интересно. Да, очки виртуальной реальности. Смотри, классно. Это специально для пацана. Прям класс. Такие ты. Наоборот, я думаю, наоборот. Да, да, наоборот, да. Да. Все, Даниэлька, ты красавчик, Ишка. Ты нам потом дашь посмотреть? Да. Класс, повезло. Круто. Прикольно. Прикольно. Что-то еще у тебя доставай. Фонарик. Фонарик. Это что-то конфетки, это какая-то сладость. Это фонарик конфетки. Да. О, там еще есть смайлик. Смайлик. Покажите, покажите. Вот, смайлик, смайлик, смайлик. Да. Давай, что еще показываю у тебя там? Конфеты. Ух ты, это морские камушки. Вау, это морские камушки. Да, конфетки, морские камушки. Это конфетки такие, да. Прикольно. Очень красивые, вкусные. Что это? А вот это, наверное. Магнитный лизун? Наверное, магнитный лизун, да. Или конфетки. А знаете что? Это такое тесто, которое при нагревании в темноте светится. Ого. Серьезно? Да. Даниэлька, тебе очень сильно повезло. Я знаю, это называется призрачный пластилин. Вау. Ух ты, ты нам потом покрутишь, да? Блин, тебе повезло, вот правда. Ой, а что это? А это, наверное, пауэрбанк. Наверное. Да, пауэрбанк. Да, пауэрбанк, да. Круто. Даниэль у нас очень любит сидеть в телефоне, так что зарядки теперь тебе хватит. Отлично. Ну что, тебе понравился подарок? Да, очень. Ребята, если бы вы хотели тоже такой подарок, заказывайте в Z-боксе. Ссылочка будет в описании. Ребята, Даниэлю так понравился подарок от Z-бокса, что он его забрал и пошел играть. Но мы будем продолжать. Кто теперь будет распаковывать? Можно я? Можно я? Хорошо. Хорошо. Давай, давай. Ура! Так. Это что значит? Единорожки будут сплошные? Да, у меня Z-бокс с единорожками. Я думаю, что там стойте, будет... Стойте, стойте! А, стереть! А, да, я уже и забыла. Так, что же там? Сейчас. Предсказание. Это предсказание. Давай, узнаем, что тебя ждет. Раздираю. Там надо аккуратненько, не раздирать, а просто потянуть. Вот, все. Вот так ты уже затянула. Вот, Лерочка, надо аккуратней. Вот, все. Мне ничего там не надо. Все, все. Так. А теперь можно разбирать. Давай. Да. Помогай, Анечка, помогай. Так, помогайте, ребята! Так, ну, так, не забудь,
чтобы ничего не повредилось. Давай, переворачиваем. Вот так. Давай, помогу, давай. Не справлюсь. Не справишься, это я сама еле справилась. Так. Ой. Ну, ой. Давайте. Стойте. Стойте, готовы? Давайте. Раз, два, три. Вау, сколько же много всего, ребята. Так, давайте поначалу. Первое, это такие вкусняшки. Кислинки конфетки. Кислинки, да. Смотрите, ребята, ой, это брелок совушка. Повесишь на рюкзачок, да, школьник? Да. Так. Потом такой антистресс. Такой прикольный. Тоже единорожка, кстати. Единорожка. Так, ладно. О, вот, кстати, мое предсказание. Не знаю, что делать. Сделаю уборку. Это всегда помогает. Уберу сегодня в классе. Спасибо. Классное предсказание. Ладно, давайте дальше. Это... тоже единорожки. Это какие-то что-то... Можно посмотреть, что да. Но не мягкие. Может, это может стирачки? Возможно. Да, кстати, да, точно, это может быть стирачки. Очень красивые. Ну, жалко, такими даже стирать что-то да. будет. Так, ладно, давайте дальше. Потом это сквиш. А, достань, покажи нам. Это вилочка. Красивая. Я сразу вижу мякоть. Да, она очень... Понюхай. Сладкая? Очень вкусно, очень. Понюхай. Мёдиком закрыто. Да. Ой, да, очень сладко пахнет. Будешь... Что там еще? Что там дальше? О, это сладко! Давайте его раскроем. Или не раскроем? Ну, не знаю, если он упакован сверху, ну посмотри, нет? Весь в блёсточках? Да, он такой теплый. Попробуй. Он... Крутяк, он такой мягкий, я в шоке. Ну все, вы видели слайд, закончилась распаковка. Нет, ладно. Я знаю, что сегодня буду делать после школы, да. Так, ладно. Потом это... Это, наверное, фонарик, что-то фотиться или снимать видео. Как я не мечтала, потому что мне так не хватало такой штучки. Чтобы были селфи хорошие. Да, да. И видео вообще, блядь, можно крутые снимать, да. О, кстати, она открывается. Она розового цвета, ребята. Да, там ставить надо будет батареечки потом. А она, по-моему, так светится. Нет, зарядка. Зарядка? О, так у тебя вообще... У меня на зарядке. Так, ладно. Потом это такие конфетки Джелли-Белли. Обожаю эти конфетки очень. Не будем распаковывать. Что там так обрадовалось? Что там? Блокнотик. Блокнотик с единорожками. Очень класс! Красиво упаковано. Ты, наверное, подаришь любимой учительнице. Ну ладно, я пошутила. Вообще такое классное. Я вообще очень сильно люблю блокнотики. А там сзади... Единорожка. А тут очень красивая ручка и единорожка. Я же поскорее хочу красивый зубок. Я тоже. Давай, что там еще? Дальше тут... О, это попсокет, ребята! Свинка! Давайте я вам его... Лера, это тонкий намек. Не надо распаковывать. Ладно. Свинка. Показывай, что там еще. Так, дальше. Нет, да, нет. Ух ты, а это что? Это зеркальце. Тоже не надо распаковывать. Да. Такое прикольно. Так, наводить дальше. Красоту, да? Да. Это наушники, это наушники. Лере всегда нужны наушники, у нее всегда не рвутся. Это будет самый крутой подарок. И тоже единорожки. Да, единорожки. Здесь все единорожки. Не зря называется, да? Да. Z-Box единорожки. А что это еще? И это... Наверное, бутылочка. Или термос. Открывай. Давайте. Как же он тут... Так, раз, два. Ух ты! Вау! Это термос! Сейчас точно... Какая бутылочка, да, вообще. Я не знаю, как он открывается. Тут как-то... Вот, открывается. Да. Вот так вот. Вау, круто! С единорожками фиолетового цвета! Ну что, ты довольна подарком? Да, очень, Z-Box, спасибо! Ребята, обязательно заказывайте такие Z-Box, ссылочка будет в описании. Ну что, Лера тоже уже распаковала свой Z-Box и, по-моему, очень сильно довольна. Да, спасибо вам еще раз, ребята, обязательно заказывайте Z-Box. А кто теперь будет? Я, пожалуйста, ну давай, предсказание? Предсказание. Вот так. Нет, не надо. Не затягивай. Нет. Вот так. А, я поняла. Давай. Ну что, давай. Помогаем. И опять мне или ты сама сможешь? Так.
Так, дайте мне монетку. Монетка, вот монетка. Монетка не получится. Нет? Монетка не получится, я ногтиком делала. Надеюсь, этот раз тоже. Валентина Ивановна супер ногти, поэтому ногтиком. Ногти с железными наконечниками, да? Давай, давай монетку попробуем. И все-таки ножницы надо было. О, получилось. Так, кстати, раз, два, три. Три. Ух ты! Смотрите, первое, что мне попалось, это ушки котика. Тебе иду. Кстати, он взял на сарафанчику. Поэтому так и сиди. Единорожка! Ручка единорожка! Ура! Кто у нас больше всех доволен подарками, это, конечно, будет Дарина, потому что она обожает единорога. Ух! О, смотрите! Единорог тоже! Крутяк! Блин, так это круто! Это да, сквиш? Это пахнет? Конечно, пахнет. Да. Очень пахнет. Мне кажется, очень сладким, да. Да. Блин, о, это такое сердечко еще крутое. О, нет, это все такие. Ну давай, давай, давай. Следующее, что мне попадается, это тоже вот такой крутой. Это девочка. Да, у меня девочка зато. У меня тоже девочка. А у тебя мальчик. Так. Так, это, скорее всего, тоже. Мы думаем, что это все-таки стирачки. Ребята, если вы знаете, пишите. Так. Слаймик! Ура! Кстати, только у тебя черный, а у него беленький. А у меня прозрачный. Он такой красивый. Да, прозрачный. Очень красивый. Очень красивый. Мне тоже очень нравится. Будет чем заняться, да? Смотрите. Все, это кошечка. Я обязательно себе повешу на рюкзак. Обязательно. Очень красивый. Блин. Смотрите, он может быть серебристый, а может быть розовенький. Отлично. Все, что любит Дарья. У меня, кстати, и ушки даже. И ушки также. Розовенькие и серебристые. Блин, круто. Ну продолжай, что там у тебя еще? Еее, бомбончик! Смотрите, он такой мягкий, вау! Это натуральная шерсть, наверное? Натуральная шерсть? Голубого единорога? Да! Давай дальше. Вау! Вот, это Дарина любит, конечно. Конечно. Это, кстати, уже не джелли были, это какие-то новые фини... Пинс, как-то так. Я даже... Чуть-чуть форма другая, да? Вау, да, ну да. Очень красиво. Ну, я думаю, ты угостишь нас, и мы... Да. Конечно, попробуем. Обязательно. Так, здесь еще у нас попадается... Так, так. Что там? Что это такое? Да, верно, да. Так, так, открывать. Что там? Да. И ложка! Ты! Покажи, пожалуйста. Смотрите, какая она красивая, с единорожком. И здесь еще, типа, можно, если чай завариваешь, вот так вот ставишь, здесь ложечку можно вставлять вот так. Очень круто. Блин, очень круто, мне очень нравится, замечательный подарок. Зетбокс, спасибо вам большое. Так, здесь... Аккуратно, чтобы не упало. Еще один слаймик, вы прям как слаймы. А как он открывается? А ладно, там, по-моему... Я потом уже посмотрю, решу. Он, кстати, тоже прозрачный, с розовыми оттеночками и с блесточками. Блокнотик! Вау! Тут еще, кстати, какие-то разноцветные странички. Открою? Ну, сейчас, открывай. Давай. Открою его. Опа. Вау, он очень красивый. Просто сбоку там сердечко. А, да, вот здесь вот. Вот, красивенько очень. Блин, это так мило, это так круто! И все в цвет к тебе прям, все розовенькое. Так, это визиточка. А, нет, это ваше предсказание. Вас кто-то очень сильно влюблен. Не будем показывать. Интересно, кто? Никогда не показывать. Да неправда. Ну, все говорят неправда. Давай, Даринка, еще. Наушники. Смотрите, тоже с единорожком. Кстати, вот это вот, это их не рога. Это типа рога единорога. Я буду моднявая с черным. Давай, давай, что там, моднявая ты. Пауэр... Это пауэрбанк? Это пауэрбанк. Это пауэрбанк. Наконец-то! Чтоб ты знала, на 10 тысяч это очень сильный пауэрбанк. Спасибо вам большое. Ребята, обязательно заказывайте Z-Box, вам очень понравится. Я вас очень люблю. Ссылка в описании. Ребятки, мы опять с вами. Даринка в шоке от своего подарка. Конечно, очень в шоке. Очень довольна. Ну что, теперь Аня, Влад? Я, можно я? Хорошо, давай. Давай. А можно мне копеечку? Да, пожалуйста. Ты так всегда очень в шоке. Конечно, потому что я очень... А что это? Джелли-белли! У тебя будут какие-то особенные джелли-белли. Ух тышка. Так, аккуратненько. Вот так вот? Да, вот так. Вот, вот так. Не тяни, пожалуйста, я помогу. Вот так. Поможете разрывать? Да, давайте. Давай. Ваня, специально со всех сторон. Быстрее. Фу,
нужны друзья. Да. Распаковывать коробки. Вот. Что вы умеете, так это быстро распаковывать подарки. Учились бы вы так быстро. Так, секунду. Вот, получилось. Ну очень волнуюсь. Танечка. Ого, давайте. Раз, два, три. Так. Вот, давай, поднимай. Ребята, вот это вот стирачки. Очень красивые. Да, наверное. Хотят. Ушки такие же, как у Дарины. Давай, Тюнис. Одевай. Так. Только у меня розовенькие. Две кошечки. Две кошечки теперь у нас в классе учатся. Да. Блокнотик с единорожками и с ручкой. Наверное, будете стихи писать. Кстати, Анечка у нас пишет стихи. Будешь писать туда, да? Конечно, буду. Да. Я только узнал. Слаймик. Ух ты, и розовый. Да. Девочки, у нас с вами есть слаймы. Да. Сейчас мы будем делать на переменах. Да. А ну-ка, давайте посмотрим. Вау. Вот слайм, он только так посмотрит. Вот такой мягенький. Так. Тоже такой жаркий антистресс. У вас теперь радужный единорог. Спешит на помощь. У вас теперь целая команда единорогов. Мы теперь три подружки с такими сушистиками, совушками. И самое главное, они разноцветные. И будет очень круто смотреться, когда у всех будут, да? Да, ребята, мы с вами. Мне интересно, что тут. Мы открываем, знаем. Наверное, вот с этой стороны. А может, с этой вот тут? Да, тут оно вот. Вот так. Это что? Это копилка-единорог. Это копилочка-единорог. Все, ребята, я буду собирать деньги. А на что ты будешь собирать? На что, я не знаю. Ну как это? Я думала, что она разбивается, слава богу, что она не разбивается. Да. Это хорошо, смотрите, да. Здесь специально вот так вот высовываются. И можно начинать деньги монетки, собирать, да? Да. Ты собираешь, потом берешь, высовываешь все монетки. Да, потому что жалко было бы разбивать. Это на конфетке, не будем открывать. Конфеты, да. Это тоже зеркальце, мы тоже с Сиднером. Вот это подарок. Это пинбуза. А Дарина, знаешь, каких любит? Я с тобой поделюсь. На уроки съедим. А я слышала. Аня! Ой! Это тоже сквиш. Какой, смотри, единорожка. Пахнет. Да, пахнет кофе. Да? Молочный. Вот так. Очень красивый. Кофе скажи, пожалуйста. Сплошные единорожки. Да. Выйти нюхать. Я знаю, что у тебя тут еще. Для меня сегодня сладко. Бутылочка. Ой, какая красивая. Давай. Так, там что-то, трубочка, ленточка, чтобы, ну, с собой носить. О, красиво. Смотри, тут вот, давай. Вот здесь, я думаю. Опа. Ух ты. Ух ты. Вау. Я думаю, это для маленьких детей, давай я Даниэльке заберу. Моё! Это что? Это пауэрбанк. Пауэрбанк? Да, это пауэрбанк, Аня. Я сначала подумала, что это помада. Нет, это пауэрбанк. Посмотри его. Смотри, тут вот так вот. Похоже, как духи, я бы сказала, скорее. Да, там еще на какую-то тушь, помаду, может быть. Нет, оно как вытягивается. Нет, оно не вытягивается. Оно раскрывается, да? Нет, оно не вытягивается. Знаешь, вот оно открывается. Там открывается вот это. Мы не будем, потом разберешь дома. Да. Теперь тоже сможешь быть всегда на связи. Тут бывает такое, что дозвониться к тебе нельзя. Да. Ну что, Анечка, ты довольна подарками? Да, и тут еще ручка. Ручка с единорожкой. Да. Спасибо вам, Z-Box, за такие крутые подарочки. Ссылочка будет в описании. Ну что, нас осталось только двое. Ты или я? Можно я? Ну ладно. Можно монетку, пожалуйста? Конечно. Да. А у тебя гаджет-бокс? Да. Это новое. Джелли-белли. Джелли-белли? Да. Да почему? А потом ударим. Вася, тебя тоже. Хорошо. Вот посмотрим, что ему помогает. Помоги друзьям. Помогай. Давай. Налет друзей. Помощь друзей. Давай монетку. Переживаешь? Да. О, там уже что-то торчит. Сильно переживаю. Так, все, не смотри. Так, вот. Раз, два, три. Вау. Давай, так. Смотри. Наушники. Вау. Ух тышка. Смотрите. А тут еще вот. Мы распаковывать их не будем. Да. Класс. Блютуз наушники? Да. Большие, это классно. Да. Фитнес-браслет. Ничего себе! Спортсменом будешь. И у меня тоже есть фитнес-браслет. Ну, у тебя хуже, это лучше. Ну, да. Это другое, у тебя намного хуже. Это намного дороже, и он намного круче. Посмотри, здесь совсем другое. Ты права.
придется... Бинбузл! Ну что, Влад, это же Даринке. Это мне, это мне. Ну, это точно для Влада. Дарин, Дарин. Дарина, у нас очень толку. Классный такой. Убери его, Дарина. То, что я рисовала, такой же паук. Так. Жвачки. Жвачки? Да, это такие жвачки. Посмотрите, прямо как мячик, реально. Прикольно. И теннис. А это как такой, на глаза, как у Даниэля. Да, как у Даниэля. Да, это надо будет когда-то нам... Ну, о, зеленый. Зеленый. Мой любимый цвет. Ну, извините. А это конфетки. Да. Мы не будем распаковывать, хорошо? Да. Ну что, довольны? Да, да. Спасибо за этот блог, ссылка в описании. Ну что, осталось я? Да, давайте. Давайте. Так, монета. У меня, кстати, миксбокс. То есть у меня и подарочки, и сладости. О, круто. Довольно. Так, предсказания. О, а можно мы поможем? Разорвать? Да, да. Я разрешаю. Спасибо. Помогайте нам, ребята! Аккуратненько, тут уже аккуратненько. Аня, Аня, спокойно, спокойно. Тихо, тихо, не порвите коробку. Мы команда. Суперкласс. Да. Интересно, кто не верит, что у меня? Нет, не надо смотреть, кому класс. Нет, ну, кстати, давайте раз, два, три. Вау! Смотрите! Вау! Класс! Это пазлы! 3D-пазлы! 3D? Да. Крутяк! Да, можно сделать, прикольно. Да, смотрите. Это то есть она получится объемной? Да. Да. Прикольно! Да. Прикольно. Вот здесь есть картинка. Видно, видите? Да, ну, возможно, когда у нас будет свободный урок, мы с вами соберем эти фигуры. Да. Предсказание у меня... Цени неудачи, это возможность начать снова, но более мудро. Вот это очень. Да. Спасибо, как раз вовремя. Это конфетки, кстати, из Египта. Я очень хотела попробовать, потому что я их не попробовала. Теперь. Это Орла новая. Вау. Как жвачка. Знаете, это в молоко тебе бросается. По-моему, это такое. Подушечки, как они это называются? Joy Feels, это новое. Ну, попробуй, я вам расскажу. Это сквишек, у меня не было. Мороженое. Какое оно. Большое мороженое. Похоже очень на настоящее. Так и хочется. Хочется. А можно я хочу? А только на сладкое можно? Нельзя. Пожалуйста. Я когда вот вы будете плохо отвечать на урок, я буду... Чтобы не ругаться на вас, я буду зло на мороженое. Правильно, правильно. Для этого сквиши придумала. Да? Ух ты, смотрите, какая цветочка внутри. Цветочек-то красивый. Думаю, да. Очень красивая ручка. Нежная такая. Теперь будете двойки нам этой ручкой ставить. Она синяя. А, нет, двойки, да, 12. Это микрофон. Как? Микрофон. Да. Это, наверное, чтобы вы нас лучше слышали. Смотрите, его можно использовать от телефона. Да. И получается, если здесь показано, можно подключить и наушники. Наверное, а это или это заряд? Да я открою. Смотрите, какая прелесть! Ой, какой милота! Маленький. А знаете, это еще, по-моему, в видео так используют, типа. Да, 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 да. Чтобы звук был хорошо слышен, когда снимаешь на телефон. Очень прикольно. Классно. Спасибо большое. Вот очень довольна. Круто. Еще что-то. Это фантом это сделать. Да, это, наверное, вот водичку сладкую делать. Прикольно. Мы с вами попробуем. Попробуем с вами. На химии нужно будет такое. Шоколадные такие палочки с мятой. Я мяту, кстати, очень люблю. А вы с ними поделитесь, да? Да, поделитесь. Не знаю. Пожалуйста. Ух ты. Да. Я тоже, хоть я и старше вас, но я тоже люблю. Юликов! Очень красивый. Я буду записывать, куда мы ездим, составлять такие краткие отчеты о наших путешествиях. Да, отлично. А это колоночка. Ого, это не только колонка. Там еще радио. Там и радио, и колонка. Девочки, я не буду и мальчики распаковывать, потому что она в пленочке. Смотрите, какая красивая. Но это не просто колонка, это точно. Да. Это радиоколонка, наверное. Да, скорее всего. Да. Очень крутая. Да, супер. Зетбок, большое вам спасибо. Я очередной раз все больше удивляюсь, как вы находите столько интересных подарков для нас. Все новое и новое. И мы радуемся, радуемся, радуемся каждый раз. Ребятки, я вам хотела сказать, ссылочка будет в описании. А самое главное, в Зетбоксе есть еще свой Инстаграм. И они там проводят розыгрыш 3 Зетбокса. Да? Да. Подписывайтесь. Да. Я тоже подпишусь. Так что, ребята, если бы вы хотели получить такой шикарный Зетбокс,
подписывайтесь на инстаграм Z-Box. Мы говорим еще раз вам большое спасибо!